Сотрудники мэрии Бишкека за прошедшие сутки встретили в международном аэропорту Манас 32 гражданина Казахстана, которых разместили в гостинице «Достук». Как сообщает пресс-служба муниципалитета, оплата за пребывание казахских гостей в отелях будет производиться из резервного фонда мэра и за счет спонсорских средств. В настоящее время в аэропорту Манас находятся дежурные автобусы мэрии. По согласованию с посольством Казахстана, с соблюдением всех мер безопасности, также будет осуществлена и организована встреча и перевозка казахских граждан до КПП «Акджол». При необходимости также будет предоставлена возможность размещения в гостинице «Достук». Уважаемые граждане Кыргызстана, представители общественных объединений, волонтеры, разрешите высказать вам благодарность от лица посольства Казахстана в Кыргызстане за вашу всемерную помощь, за отклики, за фактическую помощь в организации встречи наших граждан, прибывающих из-за рубежа в Кыргызстан. Очень были приятно удивлены, что так очень много людей откликнулось помочь простым таким же гражданам Казахстана, которые оказались в сложной ситуации. Вот. Хотелось бы отдельно выразить тоже благодарность всем, кто активно принимал участие в соцсетях, мессенджерах, распространял информацию, активистам, которые приняли участие непосредственно во встрече в международном аэропорту Манас и города Бишкек. Еще раз огромное вам спасибо. Надеюсь, что ваша помощь, ваше содействие останется в наших сердцах, и мы вам еще раз безмерно благодарны. Спасибо за внимание.